Всем привет! Надоело мне в доту играть, короче, решил для вас ролик записать. Вчера пошел в качалку, думаю, надо фитнес-блогером стать. Сходил вчера в качалку, и это, короче, какая-то мутация произошла. Вот. И понеслось. У вас такая активность на этих роликах, что это просто писец. Я, короче, вот играл в доту очень долго и подумал, блин, нет, 10 тысяч лайков это очень мало, надо 20 тысяч, потому что 10 тысяч вы набираете буквально за 5 часов. Я охереваю целыми днями, целыми сутками снимать этот контент. Вот, даже в доту не покатать, ночами приходится в доту катать, а утром снимать это все. Ну это писец, короче, 20 тысяч лайков, выходит следующий ролик. Я надеюсь, вы их соберете не скоро, потому что я застрелюсь. Арчи Морис. Да твою мать. Опа, нашел тебя наконец-то. Я во всех нахер сейчас такой элемент забабахаю. Ох ты ж вообще огонь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки для этого, ребят. Для твоего образа надо тебе тебя чуть-чуть накачать. Ну вот ты смотришь, дрыщ сидит такой костлявый, потом такой встает. Блять, ебать, слушай. А тут такая пушка. Чё вы в доту играете? Чё, блядь? Я Матья Саптис, Кунта Друна, Армани им Сапрет. Да. Армани? Армани? Армани. У меня есть Армани. У меня есть Армани. 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 Класс. Армани. Классная тема Армани. Классная тема Армани. Not Armani, but Armani. Атмани? Атмани. Армани! Да ты дебил уже. Армани! Тебе нравятся накачанные мальчики? Ну, можешь сказать, да. Я качок. Поздравляю. Как бы видно, да, по мне, что я качок? Ну, сверху не так сильно видно. Больше руки и пресс. А ты уверена, да, что я качок все-таки? Не так сильно, так как не очень видно вот с этой вот стороны, не очень видно. Вот это пресс. Прикольно, да? Да, Для дотера, который 7 лет дотку катает. У меня генетика прям создана для чат-рулетки. Сидишь такой, у тебя вот тут все дрыщавое, а внизу накачанное. И ты такой поднимаешься, бам, а вот ты качок. И все такие, шо? А как ты думаешь, я накачался за один день? Привстань, пожалуйста, покажи себе. Ох, нихуя себе за один день. Да ты вообще охуенный качок. Да? Я вчера сходил, короче. Меня штангой... Меня штангой задавило, короче. Давно вообще занимаешься? 12 лет. Охуенно, блядь. Ну-ка, перестань, пожалуйста. Блядь, охуенно, заебись вообще. Нихуя себе, а как вообще мотивация из-за чего пошла, чтобы ты начал заниматься? Сколько тебе лет, если не секрет? 26. Меня, короче, в школе били. Вот, я потом начал качаться и поэтому потом... мотивация пошла, да? Потом всех бил сам. Образователи канала Арчи Морис, можно так сказать? Да. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал Арчи Морис. Так как в чат-рулетке многие люди ругаются матом, мне за это не платят в Ютубе, потому что отключают монетизацию. А чтоб матом не ругались, мне нужно запикивать. И запикивать очень долго, потому что там тысячи матов, и я задолбаюсь сутками сидеть запикивать эти маты. Поэтому, если вы можете, вы поддержите меня, подписавшись в Инстаграм, потому что в Инстаграме выходят крутые видосики тоже с чат-рулетки. И также заходите на мой сайт archimorris.com, покупайте программы тренировок, вы будете такими же большими, худыми, точнее, как я. Вот, короче, вверху худыми будете, внизу большими. Заходите, покупайте, а то, блин, работаю в холостую. Ты в доту играешь? Нет. А я играю. Я играю. Да ё-моё. Как можно видосы снимать, когда тебя все знают? Здорово. Я тут такой красавчик, а ты говоришь, пойдет. Ты смотри, какой красивый, прям очко могу снять. Вот так могу сидеть, такой. А тебе сколько лет? 16. Ё-моё, всё, до свидания. Ну, покажи быстрее. Ну, ты покажи, я потом следующий. Мы стереотип очкарика спихнём, давай, показывай. Ты уверен? Да, давай,
Я вижу разве ты. Нихуя себе. Бля, ты нахуй сосны, бля. Окей. Здорово, пацаны. Пошел на. Вы в доту играете, да? Нет. Артем Морец, здорово. Опять узнали. Покажи бицуху. Вы запарили. Бля, хорош. Вот такой вот. Будь здоров, нихуя ты, ты чё, нихуя, я тут ем, ты чекаша, чё, бля? Бицепсы качаешь? Нет. Почему? Я спорт не люблю. А как ты думаешь, я качаю? Да, ну судя по тебе, хочется пожелать тебе ещё раз здоровья. О, нихуя, бля, молодец. Охуеть, на, ты чё жрёшь-то такое? Ну чё, здоровья желаешь? Так это хули, блядь, это не здоровье, это ты нахуй себя уматываешь, ёбаный рот, нихуя ты, блядь. Как ты думаешь, я банки... Я чемпион Европы по боксу. Как ты думаешь, я банки качаю? Не знаю, нет. Фига ты монстр. Качаю банку, одну. А покажи вторую. Вообще красавчик. Да, спасибо, я правой рукой просто качаю. А у тебя YouTube канал есть? Нет. Здорово, мужики. Там ты мужик, блядь, ты чё бодаешь, очкай? А ты чё, не мужик? Я бродяга, нахуй, блядь. Ты бродяга по жизни? Блядь, я понял, блядь, картошки нахуй, блядь. Ты чё, титки качаешь, а, очкай? О, нихуя! А ты титки качёшь, да? Качаю титки, бродяги. А жопу качаешь? Жопу не покажу, а ты хочешь покажу, показал чтобы? Покажи. Привет. Чё делаешь? Чё делаешь? Сижу. А я банки качаю. А я банки качаю. Молодец. Нифига ты накачал, красава. Нормально, да? Нормально, да? Ну да. Спасибо. Покажи. Ну не бояться, дядя, ёбаный брат. Нормально? Да, пойдет. Ну-ка давай покажи, что там накачал. Ля какой, реально терминатор. Куришь? Итальянцы. Нельзя курить. Я вот в зал пошел, качаюсь. Ты качаешься? Покажи бицу, брат, бицуху покажи. Ебать ты, тигр. А, ты качаешься? Не, брат, смотри, где худяка. Вай, нихуя себе, тигр, нихуя. Ебать, брат, там вообще базару. Не, базару нет, мы твои очки тебе лохом выставляем. Да, сними по-братски, ты без них вообще покруче. Ебать, вот так совсем другой человек. Тебя Ваня зовут, наверное, не, не, да? Вообще убери, ты так на бота на похож. Тебя Ваня зовут? Так лучше, да? Да, братан, все тёлки твои будут так, отвечаю. Тебя как зовут, Ваня? Лёха. Мне 24. 26. Не угадал. Скажи, метан жрёшь, брат? Нет. Здорово, братуха. Здорово, братуха. Чё делаешь? Чё делаешь? А нашу бакурю. А я банки качаю. А, заебись. Чё, очки этот небольшие. О, молодец. Ты накачанный, братан. Да, братан. Ты банки качаешь? Я не понимаю по-русски. Дилифт? No? I lift in a gym. What the fuck? Oh my god! That's crazy. Wow, the biceps. What do you do? Do you do push-ups or... Yes. Push-ups, dips. Serbia, so we understand half of Russian. А, найс. Привет, ты банки качаешь? Базуки качаешь? Да. Смотри, как я накачал. Вау. Класс. Замутила бы со мной? Да. Я бы с тобой тоже. Но когда было бы 18, ну тебе 14, да? Не 15. 18 будет, замутим. Пока. Да я просто самоутверждаюсь, брат. Напряги базуку, пожалуйста.
Да не надо меня напрягать, у меня нет. Ну, пожалуйста, напряги, а то я буду плакать. Ну, нет, чё. Я пойду маме расскажу тогда, если не напрягёшь. Ну ты маму позови, я сам ей расскажу. Да не, так нельзя. Обязательно подписывайтесь на канал и также на мой инстаграм, потому что там выходят крутые видосики с чат-рулетки, крутые нарезки. Здорово, красавица моя. О, нихуя себе, привет, родной. Поэтому зайдите, подпишитесь в инстаграм тоже. Чем больше подписчиков, тем больше у меня мотивации снимать, потому что за эти ролики, я еще раз говорю, я ничего не получаю. Ни с монетизации, ни рекламы никакой нет в этих роликах, потому что вы будете шкварить меня, если я буду 1xbet какой-нибудь рекламировать, да? Вот, поэтому подписывайтесь везде, смотрите меня, ставьте лайки, это будет меня мотивировать делать ролики дальше. 20 тысяч лайков, и выходит следующий ролик на канале. Я надеюсь, вы быстро их не соберете, потому что я уже задолбался, честно говоря, каждый день сидеть в компе. Вот. Короче, увидимся в следующем выпуске. Подписывайтесь везде. Пока.